Но между тем, более половины американцев недовольны тем, как администрация Обамы справляется с вызовами извне. По опросам общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN, с внешней политикой президента США не согласны 54% респондентов. И больше всего жителей беспокоит как раз угроза со стороны Исламского государства. Далеко не все верят, что авиаудары американских ВВС в Ираке и Сирии приведут к разгрому террористической группировки. И нынешняя тактика западных стран в отношении исламских экстремистов в итоге не обернется против рядовых американцев и европейцев.